Сегодня и завтра временно исполняющий обязанности главы Чувашии с рабочим визитом находится в Москве. По сообщению пресс-службы, 16 июня Михаил Игнатьев принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба. В ходе заседания обсуждались мероприятия по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения командного чемпионата Европы по легкой атлетике, который состоится в Чебоксарах 20-21 июня. 17 июня Михаил Игнатьев примет участие в заседании коллегии Министерства промышленности и торговли России, посвященном итогам работы в 2014 году и основным направлениям деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в году 2015. К другим темам. День Республики 2015, как, впрочем, каждый год, обещает быть очень насыщенным. О нескольких основных событиях предстоящего праздника сегодня рассказал журналистам министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Владимир Аврелькин. Основные мероприятия Дня Республики стартуют 23 июня, однако гости начнут собираться раньше. 21 числа в Чувашию прибудет большая делегация из Белоруссии. Весной этого года с официальным визитом там побывал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Тогда речь шла о налаживании сотрудничества в области сельского хозяйства, электротехнической отрасли, химической промышленности. Возможно, на Чебоксарском экономическом форуме, который стартует 23 июня, эти договоренности закрепят подписанием документов. Кроме белорусов, на форуме ожидают гостей из Турции, Японии, Италии, Великобритании, Израиля и более 10 регионов России. Как бы не обсуждалась сейчас геополитическая ситуация, как бы не обсуждались эмбарго введен в отношении России, санкции в отношении России, бизнеса. Бизнес продолжает осуществлять деятельность свою. Мы налаживаем сотрудничество, тем не менее, вопреки всему. Тем не менее, в этом году форум пройдет под девизом «Регионы – новые источники роста». А значит, основной акцент сделают на импортозамещающие технологии. Помимо пленарного заседания, в рамках форума пройдут 14 других мероприятий в формате круглых столов, сессий, деловых встреч. Кроме того, Чувашия присвоит бренд или, другими словами, символ республики, то, с чем она будет ассоциироваться. Специализированная профессиональная команда участвовала на разработке этого бренда, плюс население участвовало, специалисты, историки, наши участники в разработке этого бренда. И вот мы его получим тоже. Я его еще пока не видел. Поэтому для нас всех это будет, я надеюсь, что приятным сюрпризом. Подкрепит дискуссия об импортозамещении, инновационных производствах выставка «Регионы сотрудничества без границ». Она стартует 24 июня в Ледовом дворце Чебоксар-Арена. Свои экспозиции представят ведущие предприятия республики и регионов России. Ну а в темное время суток целых два вечера 23 и 24 июня небо над Чебоксарами будут озарять залпы салютов. На фестивале фейерверков свое мастерство продемонстрируют 5 пиротехнических команд. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.